Первая в этом году тройня появилась на свет в Актобе. Примечательно, что у малышки родились в конце марта. Именно тогда в область и город пришли масштабные паводки. Сегодня мама с дочками отправилась домой. С удивительной семьей удалось пообщаться моей коллеге Ольге Литвиновой. Супруги Жалмухамбетова даже не подозревали, что станут многодетными родителями. У пары подрастает двое сыновей, а известие о тройне стало настоящим сюрпризом. Это большая радость. Конечно, перед родами был и страх, но все прошло благополучно. Сегодня едем домой. Большое спасибо медикам, которые постоянно находились рядом и следили за состоянием дочек. Малышки Сулу, Адима и Дара появились на свет 28 марта. Сулу старше своих сестер ровно на минуту. Девочки родились на сроке 35 недель, и все это время находились под наблюдением врачей. Девочки появились на свет путем кесарево сечения. Все дети были в преждевременном сроке, маловесны. Всех у них был вес у троих до 2000 грамм. На сегодняшний день, на момент выписки, дети уже достаточно удовлетворительном состоянии. Набрали вес. Вес они сейчас свыше 2000 грамм. На грудном вскармливании находятся все трое рядом с мамой. Медики рассказывают, рождение тройняшек – довольно редкое явление. В областном центре за последние 3 года на свет появилось 3 тройни и 1 четверня. А вот двойни рождаются чаще. Ежегодно в Актобе появляется на свет до 40 пар двойняшек. Ольга Литвина, Нуркен Жалмухан, Астана Таймс, Актобе.